Завершаются работы по ремонту теплосети на улице Южноуральская. Данный участок один из самых крупных в городе. Магистральная теплосеть питает несколько десятков домов в Первореченском районе. Осталось 74 метра трубы заменить. Меняем полностью трубопроводы, меняем изоляцию, меняем канал, то есть лотки 100%. Планируем завершить весь комплекс работ до 23 июля. Специалистам дальневосточно-генерирующей компании даже удалось спланировать и провести работы так, что потребителей не пришлось отключать от горячей воды. Но мы должны не забывать о том, что все эти мероприятия, они проводятся для одного, для того, чтобы пройти удачно зиму. Потому что, как вы правильно заметили, состояние сети действительно оставляет желать лучшего. Высокий износ – это элементарно безопасности теплоснабжения людей. Поэтому это в приоритете, и над этим мы будем работать. Отметим, что ремонт теплосетей в городе ведется еще по 12 адресам, в том числе городскими службами. Всего в этом году планируется заменить 24 километра трубопроводов, отопления и горячего водоснабжения. Бригады стараются работать максимально оптимизированно, эффективно. Надеемся, что в ближайшее время уже жители увидят, как объемы работ пойдут на спад, количество пробок уменьшится. И я думаю, что вот эта степень дискомфорта, она так или иначе убавится. Это самые масштабные работы по ремонту теплосетей за последние 30 лет. Анна Дьякова, новости на Восьмом.